in the mood for oud. Настроение уда или удовый настрой. Это аромат, которым Роман Ричи снова устремляет свое сердце к уду, аудху, как звучит этот компонент на арабском языке. Один из самых драгоценных парфюмерных компонентов, который добывается из агарового дерева, здесь предстает в своем драгоценном чистом воплощении. In the mood for oud словно окутывает Джульетту красной вуалью. Это Джульетта, которая всегда ведет только свою игру. Чувственная красавица, способная околдовать кого угодно. Для Романа Ричи удовое масло всегда было сродни «Тысяча и одной арабской ночи». Это всегда было ощущение восточной сказки. Поэтому, когда он создает что-то удовое или говорит о уде, то он говорит о магических, колдовских свойствах этого аромата, когда он будет раскрываться на коже. Роман Ричи говорит о том, что женщина, тем более Джульетта, это источник магии, способный привлекать, менять, соблазнять, очаровывать всех, кто касается ее аромата. Восточный In the Mood for Oud раскрывает перед нами всю силу этого олфакторного шарма. Но Роман Ричи не был бы таким замечательным парфюмером, если бы просто повторил традиции восточной парфюмерии. Поэтому он создает уд с усиленным магическим оттенком, добавляя сюда абсолют бобов танка, тех самых зерен тропических растений, которые очень долго выдерживаются в роме и обладают гурманско-пьянящим оттенком, и искрящиеся, словно искры от волшебной палочки, цитрусовые. Теплая, притягательная композиция захватывает нас целиком. И начинается очень коварная, с непредсказуемым финалом, игра обольщения. Роковая женщина с сумасшедшим электрическим шлейфом в этой композиции, исполненной восточной сказочности и удивительной магии.